Торжественное открытие нового места отдыха для жителей и гостей южного берега Крыма. Волшебная атмосфера, яркая и насыщенная обстановка. Это невероятно. Здесь попадаешь в мир фантастики. Ощущение, будто все живое. Животные, растения, насекомые и необычные персонажи. Именно они притягивают взор посетителей. Чтобы локация на фотографии выглядела как можно реальнее, на полу специальные указатели для удачного ракурса. Левее. Вот, да, все. Подождите. Рептилии, черепахи и крокодилы словно живые. На их создание ушло больше полугода. Владимир Гола – автор 4 композиций. Это, знаете, будет удовольствие для отдыхающих. Здесь останется, ну, здесь настроение. Здесь для отдыхающих самое главное что? Созерцание, да? Вот. А здесь вот это, здесь столько всего, что на всю жизнь будет память отличная, понимаете? 2000 квадратных метров, больше 10 комнат, и каждая из них – это отдельный, уникальный мир. В итоге получилось 2000 квадратных метров росписи, которую художники рисовали днем и ночью, 50 человек, кисточками аккуратненько. Получились вот такие красивые картины. Лавандовое поле, космос, океан, жаркие тропики и залы со средневековой атмосферой. Впечатления от картин только самые яркие. Здесь есть огромнейшее количество плюсов. Во-первых, этот объект круглогодичный. И никак не зависит он там от погоды, от температуры моря. Во-вторых, вообще большая Алушта, сама Алушта у нас оппозиционируется, мы ее продвигаем как отдых семейного типа для семей. И этот объект, он как раз таки подходит от самых малышей до взрослых людей, которые каждый себя здесь найдет. И как раз таки вот такой объект, он объединяет семьи. 100 художников и больше сотни сюжетов. Сюда можно приходить за вдохновением, отличным творческим настроением, необычными видео и фотографиями. Лилия Ислямова, Артур Чалый, телеканал «Милет», Алушта.